разговор. Пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих неволь лица ты людей, зачем тебе охотиться на людей? Скажи, зачем? Зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда не поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать тебе. Ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты.